Одно из основных подразделений золотодобывающей компании «Алдан Золото» рудник Куранах отметил 60-летие. За этот срок на нем добыли 140 миллионов тонн руды, из которых извлекли более 350 тонн золота. Как в юбилейный год работают горняки, узнавали наши корреспонденты. Днем рождения рудника Куранах считается август 1957 года. Тогда на месторождении Боковое был произведен первый взрыв, и самосвалы повезли золотоносную руду на обогащение. Сегодня горняки разрабатывают 4 из 11 месторождений Куранахского рудного поля, а рудник является одним из крупных подразделений компании «Алдан Золото». На сегодняшний день на руднике Куранах работает около 400 человек. В технологии принимают участие 13 экскаваторов, 10 бульдозеров, 7 погрузчиков. По объемам скажу, что идем на абсолютный рекорд рудника Куранах за всю историю. Вчера, например, за вчерашние сутки было отгружено 63 тысячи метров кубических горной рудной массы. За 60 лет горняками отгружено 290 миллионов кубометров скрышной породы, добыто более 140 миллионов тонн руды, из которой извлечено 356 тонн золота. Тем временем разведанные запасы Куранахского рудного поля сулят золотодобытчикам долгосрочные перспективы. Да, сегодня перспективу месторождения мы видим примерно на 25-27 лет. Но надо понимать, что везде по контурам и внутри рудного тела есть еще не разведанные запасы. И, безусловно, как внутри месторождения, так и по контурам мы будем прирастать по золоту. В этом году рудник Куранах планирует добыть 5 миллионов тонн руды. И, как здесь говорят, это не предел. Эффективность производства зависит от симбиоза опыта и инноваций. А кто, как не современная молодежь, способна придать предприятию новый импульс и идеи? Реально вижу, что люди очень заинтересованы не только тем, что проходить практику на каком предприятии, а именно о том, что вернуться на это предприятие. А это вот как раз то, что позволяет думать о перспективах этого предприятия. Ежегодно «Алдан Золото» ГРК добывает более 5 тонн золота. Планы по добыче увеличиваются по мере того, как развивается предприятие, как прирастают запасы Куранахского рудного поля, которое не перестает удивлять своими богатствами. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Саха, Нижний Куранах.